Я мало, очень мало слушаю современной музыки, потому что, ну, ничего такого интересного не нахожу, чтобы меня вставило, да? Вот, чтобы прям вот я ходил и пел вот целый день там одну песню, то есть вот, зацепило, как говорится, да? Вот, раньше такое было. Раньше было на что посмотреть, было что послушать. Вот, сейчас это, ну, я больше воспитан вообще на рок-музыке, да? Вот, то есть мне ближе там те же там AC/DC, там Whitesnake, где там, ну, тот же, да, даже Deep Purple, хотя немножко тяжеловато, конечно. Вот. Из более так поп, там, скажем, да, приближенный там, хотя очень, очень интересная и вкусная музыка. Там Фил Коллинз, например. Много можно перечислять, если так послушать музыку. Там, тот же Джош Майкл, очень интересная композиция, был у него альбом. Да, настолько разнообразен мир музыки, которую я могу похвалить, послушать. И вот сейчас это все как-то все сжато в такой, как какой-то комок из там просто набор каких-то барабанов, скажем, там, и непонятных эффектов звуковых, что это просто вот мне это не интересно.